Всем привет! Мы находимся в географическом центре Омской области. Вот он, наш географический центр. Мы выехали немножечко передохнуть. Вон, садись. Выехали передохнуть. Вот такой вот он центр у нас в Омской области. Да, при Леонид Константинович Полежаев еще поставил. Тебя сфоткать? Вот такая красота. И вот тут вот карта. Ну, не карта, как это называется? Силуэт области, да? Силуэт области. И вот он. Центр. Центр. Вот такая вот красота. Вот такая штука. А тут что-то было написано или нет? Я не помню уже. А, нет, наверное, не было. Вот тут даже кто-то искусственный зачем-то цветы поставил. Да? Да. Фотографируешь нас? Ну, сейчас, да. Все ухожено. Где лучше встать? Сейчас, сейчас. А там что такое? Мусор какой-то. А, там урна. Наверное. Нет, это не урна, это цветник, типа. Вот так вот ухожено здесь. Вот он, значит, географические координаты там он. Сейчас я сниму координаты географические, сфотографирую. Вот она надпись. Географический центр Омской области. Координаты, пожалуйста. 56 градусов 2 минуты северной широты, 73 градуса 20 минут восточной долготы. Ну вот такая достопримечательность. Это получается Колосовский район, Омская область.